Всем привет! Сегодня хочу показать розы, которые я покупала с Алиэкспресс. Я заказывала 150 штук. И сейчас я вам покажу, что пришло и как, и сколько. Храню я такие розы вот в такой коробке. Такая большая коробка я тут покупала, круглая. Я тут буду все розы хранить. Итак, если вам интересно, оставайтесь со мной. Так, заказывала я 50 штук красных роз. Пришли они мне в пакете. Красным я довольна. Вот такие розы. 50 штук стоит $6.10. Диаметр нашей розы. Так. Ну, где-то 6.5 сантиметров. Да, но на сайте написано, что 7 сантиметров. Заказывала еще вот предыдущих по их покупках, может, вы видели. Вот такие розы. Тут за 90 штук я давала $14. Вот эти мне, конечно, нравятся больше. Такие розы. В этом пакете я посчитала, тут ровно 50 роз. Так, еще заказывала в другом заказе 50 фиолетовых и 50 розовых. Фиолетовые пришли 50. Они были все помятые, все в одном пакете, просто запрессованные. Они немножко деформировались. Видите, вот еще всего немножко поправили. Вот такая. Вот смотрите, 50 штук стоит $6.10, да? За $6, чтобы купить фоамиран, вы не сделаете 50 роз. Мне кажется, так дешевле получается. И когда у мастера нет времени, надо что-то украсить, что-то. Вот эти розы подходят. Ну, когда я сняла с пакета, она уже немножко лучше стала, видите? Даже это немножко похоже на розовый. Так, тут 51 штучка была в наборе. И вот что касается розовых. Розовые пришли просто в ужасном состоянии. Просто в ужасном состоянии. Вот, смотрите, тут даже серединки нету. И в розовых не хватает 26 роз. Я писала продавцу, он не верит, что не хватает. Я же открыла и не показала, как открыла. Мой вам совет, когда вы открываете посылки, снять процесс. А так вот. Ну, мне розовые, красные понравились больше, они... Чуть меньше, да, но они симпатичнее и не сильно деформированы. Розовые просто вот, ну просто ужасно. 26 штук не хватает этого.